Всем привет! Сегодня я сниму видео о распаковке посылки из сайта Mail.ru. Пришла мне в коробке, сегодня я уже забрала. Хорошо упаковано. Давайте приступим. Открыла коробку. Давайте смотреть, что там. Первая складная. Вижу, все упаковано в пакетиках, хорошо, чтобы ничего не разлилось. Первое. Я заказала кокосовое масло. Баттер. 250 грамм. Такой пластиковой баночки. Пластиковая форма для мыла. В форме апельсин. Далее хорошо упаковано. Вижу эфирное масло. Мандарина. 10 миллилитров. Сейчас понюхаю. Пахнет уже Новым годом. Вообще классный запах. Сочный такой. Так, далее сейчас открою. Скраб для тела. Виноградные косточки. 50 грамм. Хорошо тоже упакованы. Далее в пакете много баночек. Первое это масло репейное, 100 мл в пластиковой черной баночке. Годен до 2018 года. Далее я заказала два красителя, зеленый и желтый. Заказала смесь базовых масел против акне, 30 миллилитров. Были хорошие отзывы. Мне понравилось. Хотела попробовать. И отдушки. Первое это Баунти. Хочу уже попробовать. Понюхаю, сейчас скажу. Морозная свежесть. Мороз и свежесть. Горячий шоколад. Кекс с черникой. И французское печенье. Заказала для упаковки моего handmade. И Natural Soap. Такие красивые. Бумажные. И основу для мыла. 1 килограмм масла мши. Беларусь. 1 килограмм. И 1 килограмм оливковой основы для мыла. Тоже Беларусь. Тоже хорошо упакованы. Как всегда. Вот и все. Спасибо за просмотр. Всем пока.